Совершенствование отечественной системы образования позволит сделать ее центральным звеном новой модели экономического роста. Такую задачу в плане нации обозначил глава государства. И вот уже сейчас учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации. Важную роль в реформировании системы имеет и поэтапный переход на трехязычие. Больших успехов в этом плане добились в Павлодаре. Сегодня в регионе по этой программе работают свыше 180 лицеев и школ. Дильназ Дюсимбаева – гордость городской школы лицея номер 20. Несколько лет подряд девочка добивается успехов на полиязычных олимпиадах самого разного уровня. В этом году защищала честь школы в Караганде на интеллектуальных состязаниях по английскому языку. За годы учебы в лицее овладела им в совершенстве. В дальнейшем я мечтаю побывать в США, конечно же. И, возможно, потом я хочу открыть свои языковые курсы. И, познавая другие языки, я хочу дарить свои знания остальным. Школа-лицей номер 20 – первое учебное заведение, где школьники начали изучать предметы на трех языках. В прошлом году здесь внедрили эксперимент, начали развивать способности полиязыковой личности. В результате около 30% учащихся показали высокий уровень знаний. За это время были разработаны спецкурсы, например, по физике, по химии, по информатике, по биологии. Чтобы детям было легче усвоить английский язык, был разработан терминологический словарь. В учебном заведении запустили и летнюю языковую школу. Это позволило укрепить полученные знания. Педагоги говорят, создание лингвистической среды раскрывает способности учеников к познанию языков. Мы их изучаем на разных языках, на казахском, на русском, на английском также. Я считаю, что лицей дает большие возможности и раскрывает внутренний потенциал ученика. Мы должны быть разносторонними, как бы дети 21 века, и должны быть развиты во всем. К началу нового учебного сезона в области заработает 188 полиязычных школ и лицеев. Более 7 тысяч учащихся планируют охватить трехязычным образованием. Ербулабишев, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий из Павлодара, Хабар 24.